12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. О том, какие мероприятия ждут горожан и гостей Волгограда, рассказали его организаторы. Самый молодой и самый главный государственный праздник страны был установлен в честь провозглашения первым съездом народных депутатов Декларации о государственном суверенитете России. Это произошло 12 июня 1990 года. 25-летие этого события в Волгограде и области отметят масштабно, а в многочисленных мероприятиях будут задействованы представители многих национальных диаспор. И самое главное продемонстрировать – это наше национальное единение, это нашу национальную идею, которую мы там мучительно ищем, но на самом деле единство – наша сила. И другими любимыми словами перефразируя, но это самое главное. Государство – это мы. Чем ближе, чем плотнее, чем сплоченнее мы будем, да, тем нас не победить. В этот день волгоградцев ждет сразу несколько десятков мероприятий. Это праздник «Счастливое детство», где малышам предложат поучаствовать в разных конкурсах, показе моды, посмотреть цирковую программу. Сразу на нескольких площадках пройдут концерты «Талантов живые родники» и «Ритмы молодой России». Учащиеся вузов могут принять участие в фестивале «Студенческая весна». Вовлекать молодежь в празднование Дня России будут и с помощью различных флешмобов. Их планируется несколько в разных районах города. Например, в рамках акции «Я люблю Россию» молодые люди в футболках цветов российского триколора создадут живые картины «Флаг и сердце». В числе участников флешмоба будут лидеры волонтерского движения, добровольцы волонтерского корпуса 70-летия Победы. Что касается самого мероприятия, участники флешмоба выстроятся в живой российский триколор, а затем построятся в большое бьющееся сердце, поднимут вверх таблички с фразой «Я люблю Россию». Традиционной для Волгограда станет акция «Российский триколор». Несколько сотен человек, волонтеры, студенты, представители различных национальностей пронесут гигантский государственный флаг от улицы Советской до площади павших борцов. К шествию могут присоединиться все желающие. Ирина Горшенина, Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтубан».